Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Меня зовут Оксана Широбокова. Мне, как члену инициативной группы оппозиционной партии ЛГ «Казахстан», поступают вопросы. Меня спрашивают, что я думаю о войне в Украине, кого я поддерживаю. Я осуждаю преступную войну Путина против Украины и восхищаюсь героической борьбой украинского народа. Сейчас мы должны поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, а значит вместе с Крымом и Донбассом. Вторжение войск Путина в Украину – это геноцид украинского народа. Цель официального Кремля – это оккупация независимого государства и уничтожение целого народа. Украина третий месяц уверенно держит оборону и накапливает силы в освобождении захваченных территорий, тем самым показывая всему миру немощность так называемой второй армии мира – России. Украинцы борются за свою независимость, за свою свободу, за демократию, не позволяют оккупантам грабить свою землю. Потому что у украинцев есть цель, мечта, позиция, и этим они едины. Без воли народа тянут нашу страну на самое дно, а народ в ужасную нищету. Членство Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС делает нашу страну участником резни в Буче и обстрелов Мариуполя. Нам нужно выйти из всех союзов с Россией, с ОДКБ и ЕАЭС.